«Здравствуй, Леша!» Доктор вошел в палату и приветливо улыбнулся пациенту. «Здравствуйте!» – обрадовался молодой человек, сидящий на краешке койки. «А как вас зовут? А где дядя Коля?» «У Николая Ивановича сегодня выходной, а меня зовут Григорий Павлович. Он попросил меня сегодня подменить его и поговорить с тобой». «А мы с дядей Колей тоже разговариваем?» Доктор кивнул и улыбнулся. «Как себя чувствуешь? Можно я присяду?» «Конечно, конечно», – засуетился парень и, зачем-то вскочив с кровати, снова сел обратно. «Чувствую себя хорошо. Спасибо. А когда меня отпустят домой?» «Леша», – вкрадчивым голосом произнес врач, – «тебя никто не держит. Просто у тебя очень необычное мышление. Нам оно очень нравится, поэтому мы и разговариваем с тобой. Нам бы хотелось узнать побольше твоих мыслей». «А, ну тогда хорошо», – закивал пациент. «О чем сегодня будем разговаривать?» Доктор достал из папки чистый лист бумаги и написал вверху страницы сегодняшнюю дату. Затем внимательно посмотрел на Алексея. «Николай Ива, дядя Коля, мне говорил, что ты очень интересный парень и совсем по-другому видишь этот мир. Это правда?» «Не знаю», – пожал тот плечами. «Как вижу, так и вижу». «Хорошо. Скажи мне, Леша, как ты думаешь, для чего нужен этот предмет?» Доктор достал из кармана смартфон и протянул его парню. Тот аккуратно взял телефон в руки и внимательно осмотрел его со всех сторон. «Это прямоугольник из пластмассы, а с этой стороны стекло. Через него можно говорить с теми, кого не видно». «Молодец. Как ты думаешь, сколько он стоит?» Парень занервничал, взгляд забегал по стене, а кончики пальцев стали подрагивать. «Ты не понимаешь, что я тебе говорю, да?» Сделав пометку в листе, произнес врач. «Да, не понимаю». «Ты знаешь, что такое деньги?» «Да, это прямоугольная разрисованная бумага». Доктор кивнул и сделал заметку на листе. «Не осознает ценности денег. Ты знаешь, что эту бумагу можно менять на разные вещи? К примеру, вот на этот прямоугольник из пластмассы». «Да, знаю». «Сколько бы ты отдал бумаги, чтобы купить его?» «Мне он не нужен. У меня нет друзей». «Ну, а если бы были?» «Было бы хорошо. Я бы тоже мог с ними разговаривать». «Да. А чтобы говорить с ними, нужно купить телефон». «А если у меня нет бумаги, чтобы его купить, то получается, что мне нельзя с ними говорить?» «Ну, можно», – осекся врач, – «но только тогда, когда они рядом». «Получается, что если у меня нет бумаги, чтобы купить пластмассу, то когда друзья куда-нибудь уедут, то они перестанут быть моими друзьями?» Григорий Павлович задумался и, чтобы скрыть свое замешательство, принялся что-то записывать на бумаге. «Ну, почему же?» – после недолгого молчания продолжил он. «Вот у тебя нет бумаги. Я же с тобой разговариваю. И мне очень интересно». «Вы получаете за это бумагу. Это ваша работа. А если бы вы не получали бумагу, то вы бы со мной не разговаривали. Теперь я знаю, почему никто не хочет со мной дружить. Потому что у меня нет разрисованной бумаги». Врач снова замолчал и записал на листе еще одну заметку. «Имеет ложное представление о моральных принципах, в частности, о понятии дружбы». «Хорошо. Скажи мне, Леша, а тебе нравятся животные?» «Да, очень», – разулыбался парень. «Они умнее людей и добрее. Я когда на них смотрю, то очень радуюсь. Люди злые и глупые, а животные умные и добрые. Они даже обманывать не умеют». «Леш, они же даже считать не умеют. Ты действительно думаешь, что они умнее людей?» «Да, они очень умные, в 100 раз умнее всех людей». «А ты можешь привести пример, когда ты сам видел, что какое-нибудь животное оказалось умнее человека?» «Да,
когда идет дождь, то птицы не летают, а люди ходят по улице и мокнут. Понятно, по слогам проговорил Григорий Павлович, и на листе появилась еще одна запись. Неадекватно оценивает умственные способности людей и животных в пользу последних. Ну и последний вопрос на сегодня, произнес доктор. Когда мы с тобой наговоримся, и ты пойдешь домой, чем ты будешь заниматься, если у тебя какие-нибудь планы, цели? Да, снова расплылся в улыбке Леша, я сахарную вату хочу попробовать и зимой с горки покататься. «И все?» – спросил врач, записывая на листе новую строчку. «Не имеет выраженных жизненных целей». «Да, наверное». Доктор вышел из палаты и сразу же позвонил своему коллеге Николаю Ивановичу, которого сегодня подменял. «Коль, ну я обход сделал. Алексей без изменений. Все то же самое, что ты мне и говорил. По остальным, в принципе, тоже стабильно. Да, улучшений нет. Ага, да не за что. Все, пока». Григорий Павлович сидел на кухне своей квартиры и ужинал, одновременно просматривая папку с документами. «Ты теперь еще и дома будешь работать?» – покосилась на него супруга. «И так копейки платят. Так ты еще и бумажки свои домой носишь?» «Да на работе завал, Люд», – не отрываясь от бумаг, ответил он. «Сегодня Кольку подменял, накопилось тут». «Ты вообще собираешься другую работу искать?» «Зачем?» «А затем, что надоело мне в одном и том же ходить?» «Затем, что отпуск я не хочу опять на даче провести?» «Затем, что машине нашей уже 6 лет?» «Вот зачем?» «Люд, ну ты как скажешь, кто же вместо меня там работать будет? У меня там пациенты, они же как дети. Да и вообще... «Деньги – не главное в этой жизни». «Ну да, конечно, не главное», – хмыкнула жена. «Юрке позвони. Вы же с ним такими друзьями были, не разлей вода. Может, он тебя к себе возьмет». «Да я звонил», – махнул рукой Григорий. «Он не особо рад был меня слышать. Его как повысили, совсем другим человеком стал. Ну, сама понимаешь, другой статус, другие друзья. Все, прошла дружба. Сейчас такое время, просто так никто тебе не поможет». «Ну а сам? Сам никак не можешь что-то придумать? Дело открой свое. Устройся куда-нибудь в другое место. Такое ощущение, что тебе вообще ничего не нужно». «Да сколько можно уже?» – не выдержал Григорий. «Медведя можно научить на велосипеде ездить, а тебе, взрослому человеку, невозможно объяснить, что мне нравится моя работа. Что я мечтал всегда о ней, что не представляю себя в другом месте, понимаешь? Это мое призвание, кто-то же должен людей лечить». «Ты вообще о будущем задумываешься? Надо же к чему-то стремиться, цели какие-то ставить». «А чего о нем задумываться? Живем и живем, когда-нибудь помрем». «Ой, да ну тебя!» – махнула рукой женщина и быстрым шагом направилась к выходу из кухни. Григорий Павлович проводил ее взглядом, вытащил из папки еще один лист и быстро пробежался по нему глазами. «Не осознает ценности денег. Имеет ложное представление о моральных принципах, в частности, о понятии дружбы. Неадекватно оценивает умственные способности людей и животных в пользу последних, не имеет выраженных жизненных целей». «Леша, Леша», – горько усмехнулся он, – «и кто из нас действительно сумасшедший?» Автор Евгений Чеширко. Рассказ «Сумасшедший». На этом все. Всего хорошего. Канал «Веб-рассказ». До свидания.